Аким области Бердбек Сапарбаев с рабочей поездкой посетил Шуйский район. Там он ознакомился с работой ряда предприятий, а также узнал, как проводятся весенние полевые работы. Помимо этого, он провел собрание с активом района. Поездка главы региона началась с посещения специальной экономической зоны Тарас-Химпарк. Там он встретился с инвесторами и обсудил некоторые важные проблемы. Так, начиная с 2012 года, здесь был построен и запущен лишь один завод. Хотя к сегодняшнему дню по плану уже должно было функционировать 16. Акимобласти подверг критике работу местных исполнительных властей, которые допустили упущение в развитии экономики района, а также отметил медлительность подготовки документов. Какая зарплата средняя? Средняя в районе 350. Вот, бәке, 350 мың орта жалақы түк істемейді. Хим плюс мұлан, ете олар өздерінде әвені. Далее аким области совместно с секретарем областного маслихата Багланом Карашолаковым встретились с подрядчиками, которые строят транспортную магистраль Меркешу-Бурул-Байтал. Представителям китайской компании Синсин были даны конкретные поручения. Как отметил глава области, в этом году подрядчикам необходимо закончить одну полосу данной магистрали. Но при этом это не должно повлиять на качество дорожного покрытия. Помимо этого, работникам предприятия нужно увеличить заработную плату. Вы должны поскорее закончить работу. Главное, в срок завершить все и использовать силу местных жителей. Также глава региона обратил внимание на билборды компании, текст которых напечатан на китайском языке. Это неприемлемо и необходимо устранить данные нарушения. Раз вы проживаете в этой стране, получаете прибыль в этой стране, пользуетесь всеми ее ресурсами, то, соответственно, все законы Казахстана должны соблюдаться. Особенно хочу отметить, что труд рабочих должен быть оценен по достоинству. Каждый год зарплата должна повышаться на 10%, а в этом году, учитывая все события, должна повыситься еще больше. Помимо этого, Бердбек Сапарбаев посетил социальные объекты в городе Шу. Тут ему были предоставлены планы ремонтных работ, здание железнодорожного вокзала город, а также врачи центральной городской больницы рассказали о проблемах, которые ждут своего решения не первый год. Далее аким ознакомился с состоянием дел на водохранилище Тасуткель. К слову, стоит отметить, что и тут хватает нерешенных проблем, которые требуют финансового решения. Аким области отметил, что данные проблемы необходимо изучить. Также Бердбек Сапарбаев посетил ряд крестьянских хозяйств и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Итоги рабочей поездки акима были подведены на собрании с активом района. Там главе региона были предоставлены отчеты о проделанной работе и планах на будущее. В целом показатели Шуйского района неплохие, но необходимо оказывать поддержку предпринимательству, отметил Бердбек Сапарбаев. Стоит отметить, что рабочая поездка акима области продолжится в Муйнкумском районе. Темиргали Ахат, Жамбыл Ньюс.